thank you Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите вначале задать вам вопрос. Верите ли вы в то, что добро сильнее зла? Если предположительно, как я предполагаю, не все утвердительно могут ответить на этот вопрос, я знаю тех, кто всегда на него ответит ⁇ да ⁇ это дети. Но чем старше человек, тем меньше удивления вызывает у него жизнь. В детстве все еще только предстоит открыть, каждый день это приключение, все новое, в розовом цвете. Но чем больше человек постигает с возрастом жизнь, тем труднее видеть светлую ее сторону. Никто ведь не бывает из нас защищен от несправедливости и трудностей, от бед, со временем мир уже не кажется таким манящим и привлекательным. А приходит день, даже когда человек признается себе в том, что самые близкие и авторитетные для него люди, то есть родители, имеют недостатки и ошибаются. А когда человек проникает в природу людского характера и приходит к выводу, что все мы поражены одинаковыми пороками и недостатками, то вера в людей потихонечку гаснет. Взрослый человек, особенно в последнее время, очень осторожен, не так ли? Он понимает, людей надо держать на расстоянии, они могут представлять опасность. И лишь дети, чистые, интересующиеся, удивленные новизной, таинственностью мира, в который они попали, вызывают, так сказать, у опытного жильца умиление Восторг и любовь, что-то непредвзятое, что можно без страха выразить, что все поймут. Лишь с грустью думается о том, что жизнь не позволит ребенку всегда быть таким наивным, чистым, удивленным и открытым. Конечно, это лишь часть картины. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо. Но не о качестве жизни давайте поговорим, а о нашем к ней отношении. Потому что не качество жизни определяет то, как мы живем, хорошо ли, плохо ли. Но наше отношение к тому, что происходит в жизни, определяет, хорошо ли мы живем или нет. А наше к ней отношение легко можно представить следующим образом. Разрешите задать два простых вопроса. Это небольшой тест для нас с вами. Когда было все хорошо, появлялось ли у вас такое чувство, что происходит что-то не совсем нормальное, что жизнь дает лишь передышку перед встряской? Появлялось ли у вас чувство недоверия, ожидания какого-то подвоха? когда с вами кто-то обходился слишком вежливо и хорошо, особенно из чиновников или из начальников. Скорее всего, вы, дорогой зритель, к сожалению, переживали подобное, как многие из нас. Не о качестве жизни, а о нашем к ней отношении давайте поговорим сегодня. Часто мы попадаем в какие-то передряки, встречаем трудности, но бывает, что наше положение кажется безвыходным. И к лучшему уже изменить ничего невозможно. Касается ли это нас самих, нашего характера быть может, касается ли это нашей семьи, нашего бизнеса или нашей работы, бывает так, что кажется будто к лучшему изменить уже ничего невозможно. Но попасть в ловушку обстоятельств, – это полбеды. Попасть в ловушку такого вот неправильного отношения к жизни – вот беда. Если нам кажется, что ничего хорошего от жизни ожидать не стоит, то все плохое будет казаться закономерным, а доброе будет вызывать подозрения. И рано или поздно мы придем к тому, что начнем жить под девизом «Жизнь ошибок не прощает. И не будем их прощать ни себе, ни другим. Есть еще один принцип, с которым я в корне не согласен. Звучит он так. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Вы только представьте себе, во что превратится жизнь человека, принявшего этот принцип. В сплошное, постоянное ожидание беды. Мы с вами ведь люди. Мы контролировать в жизни всего не можем. Значит, в любой момент что-то может да пойти не так. Вот с таким мировоззрением у людей опускаются руки, когда их настигает беда. И они не в состоянии бороться за что-то лучшее. И живут, в, и живут в постоянном предчувствии беды. Давным-давно... Уделом детских сказок стала вера в то, что добро победит зло. Если кто-то сегодня скажет подобное, к нему серьезно не отнесутся. Но я, дорогие друзья, рискну. Я рискну сегодня сказать вам, что победит добро, а не зло. Это ненормально, что нам с вами плохо. Даже если мы с вами всего лишь часть огромнейшего количества людей, которым сейчас плохо. Это ненормально. В жизни должно быть человеку хорошо. Добро должно преобладать над злом. Добра быть, должно быть больше в жизни. И мы не должны с вами жить и ждать удара от судьбы. Мы должны быть с вами настроены по-другому. Мы должны жить и ждать счастья, ждать радости, удовлетворения и удовольствия. Я, конечно, понимаю, кто-то скажет, его слова это дешевый популизм, он просто хочет понравиться. Я понимаю, что умножающееся в мире зло, зло, которое поразило наш мир, наш город, нашу страну, наши семьи и наши сердца собственные. Это зло делает все, чтобы казаться непобедимым и неискоренимым. Но это ложь. Люди, ослепленные этой ложью, живут и делают зло. Давайте задумаемся, почему люди убивают друг друга? А почему разводятся? А почему мстят? Потому ли, что не знают, как решать конфликты мирным путем, договариваясь, идя навстречу другому человеку, уважая его интересы и мнения? Не знают? Потому ли, что не знают, что верностью, любовью и терпением можно добиться уважения к себе? Потому ли, что не знают, что сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая при этом и чужие? Потому ли, наконец, что не знают, что решать проблемы можно по-хорошему, а не по-плохому? Знают. Но не верят, что это эффективно сработает. Люди не веруют в силу добра, но веруют в силу зла. Вот так и живем, не веря в силу зла, поэтому прибегаем к методам. Не веря в силу добра, поэтому прибегая к методам зла. Моя же уверенность в силе добра не является дешевым популизмом потому, что олицетворением добра, самим добром является Бог. Следовательно, когда сокрушительной силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, Удается навязать рассудку мысль о своей несокрушимости и необратимости. Теряется вера. Вера в кого? В Бога. И наоборот, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от того, что в мире так много сегодня зла. Обратимся к одной библейской истории. Эта история записана в Евангелии от Марка в 9 главе, с 14 по 25 стих. В ней повествуется об отце, который потерял веру в силу добра, но потом обрел ее. Этот человек был членом Божьего народа, он был израильтянином, но зло достигло его и там. Иисус многие месяцы ходил где-то рядом. Этот отцу, отец пошел к Нему, потому что поверил, что с Ним, с этими Иисусами из Назарета, с Ним Бог. Он привел своего бесноватого сына к ученикам Иисуса, попросил исцелить его, но они не смогли. Это сразило несчастного отца. В его словах, позже обращенных непосредственно к Иисусу просто сквозит неверие и сомнение. Он говорит, если ты хоть что-нибудь можешь, жалься и помоги. Зло, которое поразило его семью, выглядело на тот момент непобедимым. Оно, подобно большой горе, заслонило в этот момент от взгляда этого человека небо. Но Иисус не одобрил его сомнений. Иисус признал, призвал Его вернуться к вере. Нет нашему оправданию неверию. Нет оправдания сомнению в силе добра. И когда Отец пал к ногам Господа, со слезами прокричав Помоги моему неверию, тогда Иисус изгнал демона, которым был одержим Сын. Иисус доказал, что несмотря на то, что Бог порой долго допускает злу, причинять боль, такое бывает. Надо продолжать верить. Продолжать верить, потому что Бог сильнее зла, дорогие друзья. Рано или поздно Он освободит нас от силы, которая причиняет нам боль, и доставит победу добру. Мы верим в силу добра. Мы предаем себя на служение добру. Мы обретаем силу делать добро, потому что верим, что сам Бог на стороне всего хорошего и доброго. И даже если на наше добро люди отвечают неблагодарностью, мы продолжаем творить его. Поэтому, если вы положились на Бога, если вы доверяете Ему, вы верите в то, что добро победит зло. Поэтому у нас с вами, у людей, доверяющих Богу, все будет хорошо. Все будет хорошо. Аминь. Утро. – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».